В алматинском спецприемнике для административно арестованных сейчас находится свыше десятка человек, считающих себя членами незарегистрированного движения «Партия Коще». 19 февраля выездной суд рассмотрел их апелляции. Адвокат Жанара Болгабаева говорит, что жалобы остались без удовлетворения. Сторонники движения считают, что отправленных под арест специально задержали в канун 22 февраля. На эту дату намечен митинг. Отец арестованного на 15 суток алматинца говорит, что сына преследуют за политические взгляды. Житель Алматинской области Канат Джакупов относит себя к движению партии Коще. Активист выходил ранее на протесты, которым призывала запрещенная в стране и признанная казахстанским судом экстремистским движение «Демократический выбор Казахстана» и дважды привлекался к административной ответственности. Он говорит, что поддерживает идеологию ДВК. Коще партия СДГН, ол деген движение, ашық движение. Любой адам, любой азамат, Казахстан азаматы кралады бұл Коще партияға. Оған ешқандай регистрация керек жоқ. Лидер жоқ бізде. Біз бәріміз лидерміз сол көше партияның ішінде. А ең маңызды мақсатымыз бізде ол өмір сапасын деңгейін өзгерту. Көріп отырсыз не болатқан Қазақстанда. По словам Каната Джакупова, партию Коще никто не финансирует. Живущий последние 11 лет за рубежом бывший банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов на своем канале в YouTube выложил видео с активистами, подписав, что поддерживает партию Коще. У нас есть вот такая листовочка. Мы вот заявить сегодня вышли. 18 февраля в столице группа активистов распространяла среди прохожих листовки с программой партии Коще. Целью новой организации заявлено установление парламентской республики. Это народное движение. Мы за мирную смену власти. Партия Коще активна и в социальных сетях. Сторонники в регионах размещают в YouTube, Facebook, Instagram различные призывы и видео. В 2019 году, когда в Казахстане сменился президент, в стране появились несколько организаций с политическими целями, в том числе Оян Казахстан и Республика. Они выступают с требованием изменения политической системы, перехода к парламентской форме правления, пересмотра закона о митингах, политических партиях, выборах и СМИ.